Это что вообще за тест такой? Привет, ребятушки, с вами Юмилия, и особенно большой-большой привет Виктория Баль, а я с Руслан и Хлебушек с маслом. Немножко странное имя. Что-то в последнее время мне очень сильно понравилось проходить тесты, и поэтому сегодня я пройду один тестик с меткой 18+, и узнаю дату своей смерти. Вот это поворот! Представляете? Итак, ребят, поехали. Начинаем тест. Так, пройди тест и узнай дату своей смерти. Немножко страшновато и пугающе, но в то же время очень сильно интересно. Какой у вас характер? Нервный, спокойный, по-разному. Ну, вообще, я бываю и нервная, и спокойная, поэтому по-разному. Курили ли ваши родители до вашего рождения? Так, ну я знаю, что папа курил, а мама нет, поэтому один. Курила ли ваша мать во время беременности? Нет, мама не курила. Вы живете в городе с населением? Какое палево, блин! Ну ладно, вы хотя бы еще кое-что узнаете обо мне и поймете, почему я не называю вам свой город. Сколько дней в году вы проводите за городом, деревня, дача? Блин, сколько же дней я провожу в деревне? Ну, гораздо меньше 14 дней. Нет, в этом году я вообще... Ну как в этом? Блин, сейчас же 2017. Я все время об этом забываю. В 2016 я ни разу не была за городом, все время сидела дома, поэтому меньше 14. Насколько вы оцениваете экологию в своем городе? Блин, почему вопросы про город? Потому что я обычно никому никогда о нем не рассказываю. Так, ну в принципе нормально, хорошо. По работе вы заняты умственным трудом, физическим... Так, умственным. Ваше образование. Какие-то странные немного вопросы, ну... Так, неполное, среднее, высшее. Ну, сейчас учусь в универе, поэтому пусть будет высшее. Какой у вас доход? Маленький, средний, большой, огромный. То чувство, когда у тебя вообще почти нет дохода, маленький. Но интересно, если вот школьник какой-то проходить будет, что ему отвечать? Ладно. Вы делаете зарядку по утрам? Честно вам скажу, очень редко делаю зарядку по утрам. В основном мне очень лень, или же я просто опаздываю на учебу. Вы проходите осмотры у врачей? Так, только по болезни. Да. Принимаете витамины? Нет, не принимаю. Кстати, хотела начать принимать витаминки какие-нибудь для роста волос. У вас есть семья? Есть. Какое у вас телосложение? Ну, я считаю, что у меня худощавое телосложение. Или, наверное, обычное, но точно не спортивное и не плотное. Ну, сами посмотрите, я вставать не буду, не хочу, потому что, ну, вот так вот я могу обхватить свое запястье. Давайте поставлю обычное, потому что я не прям уж такой дрыщ. Вы счастливый человек? Нет, я не счастливый человек. Пока я не достигну своих целей, я не буду счастливой. У вас в семье есть долгожители? Не знаю, честно говоря. Есть заболевания, передающиеся по наследству? Ну, вообще, да, есть такое. Вы пьете... Вообще, я пью воду, я пью сок, я пью лимонад. Нужно было уточнить, вы пьете алкоголь. Видимо, тут это имеется в виду, но все же стоило уточнить. Поэтому нет. Какие напитки вы пьете? Вообще не пью. Вы курите? Нет. Я даже ни разу вообще не пробовала курить, честно. Как вы оцениваете вашу память? Ну, скорее всего, у меня средняя память. Раньше вот была прям отличная. Сейчас очень часто бывает такое, что я что-либо забываю, поэтому, наверное, средняя. Вас беспокоит запас? Это уже какое-то слишком откровенное видео получается. Какую воду вы пьете? Так, водопроводную сырую, водопроводную кипяченую, фильтровую, бутылочную пью. Это что вообще за тест такой? Я ответила на этот вопрос и специально вам не показала ответ. Вы когда-нибудь пробовали наркотики? Нет, ни разу не пробовала. Так, ну что ж, сейчас я узнаю правду. Что? Серьезно? Короче, скоро будем на стримах собирать деньги на мои похороны, потому что сейчас у нас 2017-й. А как бы я, по прогнозам данного теста, умру в 2023.
Please, no! 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 То есть получается по данному тесту, что осталось жить мне всего лишь 6 лет. То есть я умру, получается, где-то в 25 годиков. И знаете, в чем еще прикол? 10 августа — это день рождения моей мамы. Вот такой вот немного грустный тест сегодня я прошла. Ссылку на него оставлю в описании. Если захотите, то пройдите и напишите результаты в комментариях под данным роликом. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия, которая умрет молодой и красивой. Пока-пока, дорогие мои.